Привет, друзья! Наконец-то дождались свою палатку Polar Bear Family The Fest. Так, вместе с полами, с родными. Длиной где-то почти 2 метра, и полы, 2 половинки. Сейчас поставим, посмотрим. Так, первая распаковка. Палатка белоснежная, внутренняя сторона. Наружная желтая, синяя. Инструкция. Окошки. Все хабы так упакованы, чтобы при транспортировке они не сломались. Чехол как сумка, ее засовываешь. Раньше они раскладывались, а сейчас они делают как большую сумку. Внутри веревки для крепления и органайзер. Это чего вот это? Органайзер. Удочки можно сюда ставить. Палатка огромная. Ну,
Как видите, друзья, палатка гигантских размеров. Вообще гигантских. До этого у нас была палатка Polar Bear Family T. А вот этот Family T Fest. Он значительно больше, чем Т. И тут можно поставить прям раз, два, три, четыре, пять. Пять раскладушек спокойно. Рост у меня 1.70 м. И вот высота палатки 2. Больше, ну, где-то 2 метра высотой. Потолки усилены. Такой кармашек есть. Большой карман. Так. Для дымохода. Вот так делаем. Дымоход ставим. Вообще отлично. Так, окошко. Давайте с двух сторон. Вот двойные замки. Можно изнутри открыть и снаружи. Это очень большой плюс. Очень большой плюс. И вот окошки. Сколько? 4 окна, да? 4 окна. Палатка шикарная. О нем мы долго мечтали. И вот наша мечта сбылась. Сейчас поставим полы и посмотрим еще. Сделаем обзор. Палатка вот таких размеров. Так. Прикрепили полы. Палатка вообще огромная, огромная палатка. Гигантских размеров. Очень широкие двери, выходить очень удобно. Двери большие. И очень хорошо закрывается. Все. Палатка огонь. Вот таких размеров палатка. Огромная палатка. Вот такая палатка. Ждите обзор на рыбалке.